предательница. Мона никогда, никогда не простит тебя. А отец красавчик, как аккуратно. Сейчас я аккуратно. Вот так вот. Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Об этом месте никто никогда не узнает. Она будет сидеть здесь вечно. Спринтрапы! Мои охранники! А как этот Бимбо? Окочурился, да? Все нормально? Да, босс, все хорошо! Никто не пытался залезть в мое логово! Не, босс, все нормально, мы охраняем. Держите ухо востро. Конечно, босс, никто через нас и муха не пролетит, не переживай. Это мой бункер, сюда никто никогда не попадет. И этот... Склеил ласты. Он окочурился, да. Ну как, парни? Все в порядке? Да, босс, все тихо. Она не буянит? Не, сидит, греется, молчит. Странно, очень странно. Она молчит последнее время. Отвечайте за нее, головой. Пойду посмотрю, как она там. Сидит, греется. Ну, привет, привет, подружка шестая, предательница. Ты будешь сидеть здесь вечно, и тебя никто никогда не найдет. Но почему ты меня здесь держишь? Я же ничего не сделала! Ты сам выбрал свой путь! Это не я тебя бросила! А ты меня отпустил, вместо того, чтобы выбрать друзей и общество, выбрал одиночество. Ты сам сделал свой выбор, Мона. Ты выбрал стать ужасным Тинманом. Но еще не все потеряно. Ты должен просто простить меня. Ты должен просто простить меня, и все будет хорошо. Пожалуйста, Мона, я знаю, ты слышишь меня, прости меня. Я сделала это не нарочно. Это был твой путь, а это был мой путь. Мона, я знаю, ты слышишь, ответь, пожалуйста. Нет, ты предательница. Мона никогда, никогда не простит тебя. Я Тинман, и я ненавижу вас. Это ты предала меня. Ты предала меня и будешь здесь сидеть вечно. Мона тебя не услышит. Я закопал его глубоко в своем сердце. Все, сиди давай. Парни, охраняйте ее.
чтоб не убежала. От нас не убежит, босс, не переживай. Мона умер, теперь только Тинмен. Только Тинмен. Охраняйте ее, ребята, охраняйте. Ее никто не найдет. Никогда. Она будет сидеть здесь вечно. О, моя голова. Где мы? Где я? Фредди! Фредди, братик, как ты? Где я? О. Нас что, за решетку посадили? Фредди, ты живой? Ребята, где вы? Кто-то вы? Мона, Бонни, Чика. Капец, меня так ударил этот динозавр. Софри, это все гадкий Тинман. Они притащили нас сюда. Офигеть. Мона, ты нормально? Да, меня Фредди, это гадкий Тинман. Офигеть. Выпустите нас! Выпустите нас, гадкие спринтрапы! А ну заткнитесь там! Заткнись, говорю! Аниматроник, иначе бошку оторву! Тихо, тихо, чё вы там? Спокойно! Фредди! Чё, Бонни? Успокойся! Надо придумать какой-то план! Да, Фредди! Придумай, ты же можешь! Так, ладно, спокойно, хорошо. Придумай план, придумай план. Какой план? Фри! Я не знаю! Ты у нас вообще-то голова! Капец! Выпустите нас! Выпустите, я вам покажу! Заткнись, говорю, заткнись! Фри! Им плевать! Они выпустят нас! Надо что-то придумать! Ладно, ладно. О, придумал! Еще, Фредди! У нас же есть Мона! Да, и чё? Еще, Фредди! Тихо, только тихо, Чика, иди сюда! А чё? Фредди, а что ты придумал? Да тихо ты, Бонни! Хорошо, говори! Сейчас Мона пролезет сквозь решетку и заберет ключи у охранников незаметно и откроет нам дверь. Офигеть, точно! Мона же маленький! Мона, ты сможешь? Я попробую, дядя Фредди, я попробую! Давай, давай, мальчик, сейчас твой выход. Покажи, на что ты способен. Ага, я попробую. Давай, Мона, не бойся, мы с тобой. Давай, только аккуратненько. Ладно, я попробую пролезть. Так, вот, я почти пролез. Молодец, молодец, красавчик, только аккуратно. Сейчас я аккуратно. Вот так вот. Давай, Мона, давай. Давай, Мона, давай, аккуратненько. Все, есть. Я ключи забрал. Давай, давай. Открывай, открывай решеточку. Открывай, открывай. Сейчас, я Мони, сейчас. Вот так вот, вот, вот так вот, 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 вот так вот. Так, ребята, нападаем. Получи! Получи! Вот тебе! Получи, гадкие притрапы! А ну иди сюда! Получи! Гасите их! И сюда! Вот тебе! Получи, гадкий притрап! Вот тебе! И сюда, поговорим! На! Вот тебе! Хоть и знать!
Вот тебе получи! 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 Мона, ты молодец! Красавчик, Мона! А ты молодец! Спасибо! Еще один, еще один, еще один! На! Вот тебе! Дай ему, Фредди! Дай ему! Получи! А ну лежи, не вставай! Есть! Блин, живой! Получи! Получи! Все! Вот тебе! Гадкий злодей! За мной, за мной, за мной, ребята, за мной, за мной! Так, надо выбираться! Надо выбираться! Да, надо выбираться! Бонь, что ты стоишь? Я вот думаю, где мы теперь будем искать гадкого Тинмана? Нам же нужно найти шестую и шапку Мона! Да, Бонни, хороший вопрос, дружище! Хороший вопрос! Ну чё, друзья, если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжение, чтобы Мона нашел свою шапку и нашел шестую, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите крутой комментарий. А с вами был я, Кекс Мультиподи, всем счастливо, всем покедова! Вас ждет новая серия, не пропустите! Серия просто бомба! Все, друзья, всем покедова! Спасибо, что смотрите мой канал. Я вас крепко обнимаю и всех люблю. Всем счастливо!